News TV побывал и пообщался с участниками ежегодной выставки «Принтех». В сюжете нет постановочных реплик. Все снято честно и с действительными игроками рынка. От имени портала хотелось бы добавить, что прослеживалась видная тенденция приоритетности цифрового оборудования и отечественного производства. Таковы реалии рынка в настоящий момент. Что вы ожидаете от полиграфической выставки «Принтех»? Мы выставляемся каждый год на «Полиграф Интере», на «Принтехе». Всегда после этой выставки у нас много заказчиков новых появляется. Мы, в принципе, сюда приехали, чтобы наконец-таки показать свое лицо. Показать все наши машины вживую, чтобы их можно было потрогать, пощупать, понажимать, попробовать на них поработать и понять уже, что русское можно использовать. Ожидаем от «Принтеха» новых клиентов, конечно же, также встреч с нашими партнерами и существующими клиентами. И думаем, что нам это удастся, со всеми встретиться, со всеми повидаться и собрать как можно больше контактов, потому что очень был большой интерес, будет ли участвовать Европапир в «Принтехе» от наших существующих клиентов и новых, которые будут для нас новыми. Так что мы с позитивом смотрим на эту выставку. Компания «Смарте» является одним из дистрибьюторов крупного производителя печатного оборудования компании «Мимаки», японской компании. Здесь мы представляем плоттер производства этой компании, называется модель «Мимаки GV300». Вы впервые участвуете в «Принтехе». Что ждете после выставки? Жду, как и все участники этой выставки, наплыва покупателей, новых контактов и увеличения продаж как минимум в два раза. Мы ежегодно принимаем участие в этой выставке. Эта выставка для нас, мы считаем, что является центральной выставкой, стратегически очень важно показывать и рынку. И мы являемся дистрибьюторской компанией, поэтому на этой выставке представляем не только себя, а фактически всю свою страну, всех своих представителей. У нас более 70 представителей в регионах, поэтому это центральная выставка для всей нашей страны, так что каждый год мы в ней участвуем. И на самом деле мы довольны ежегодно, в общем-то, она оправдывает себя полностью.